В эфире первого Карагандинского новости, в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Умные остановки и что от них осталось? Во внеочередной конференции партии Нур-Отан утвердили список кандидатов, выдвинутых в депутаты областного маслихата. Карагандинский хоспис нуждается в помощи. В октябре 2014 года для удобства карагандинцев были установлены умные остановки, на которых граждане могли узнавать, когда прибудет нужный автобус. На нововведение из городского бюджета было выделено ни много ни мало, а 10,5 миллионов тенге. Но вскоре таблоиды стали никому не нужны и потеряли свой идеальный вид. На сегодняшний день от умных остановок ничего не осталось. Ноу-хау представляла собой сенсорный монитор, которым был оборудован остановочный павильон. Экран был защищен от вандалов металлическим корпусом и толстым стеклом. LED-экран рассчитан на работу при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов. Система должна была работать с помощью GPS-навигации. Можно было выбрать автобус с нужным номером, проследить его маршрут и посмотреть, через какое время он доедет до вашей остановки. Если же транспорт сошел с рейса и сломался, то это тоже вычислялось на мониторе. Мы решили узнать мнение карагандинцев об умных остановках. Населению бы нужны, но у нас, наверное, культура хромает. Мое мнение такое, что они никакой роли не играли. Очень плохо бюджетные деньги. Могли бы пойти на помощь в детские дома, в школы-интернаты, людям, которые без определенного места жительства, их привести в порядок. Нет, в принципе, я городской, я знаю, где автобус, куда ходит. Там это, на этих табло не было указано маршрутки номеров, только автобусы, большие автобусы городского автопарка, да? А маршруток маленьких там не указывалось. Вот если бы маршрутки бы указывались, тогда было бы удобно. Ну, конечно, удобно, и просмотреть это табло. Нет, нужны, удобно это, да. Я считаю, что электронные табло нам не нужны, так как я видела, что многие ими не пользуются. И я считаю, что это просто пустая трата денег. Многие горожане считают, это пустая трата денег. И в конечном счете они быстро выйдут из строя. Всего было оборудовано 5 остановок в центре города. На 1000 мелочах в ЦУМе, ДКГ, Политехническом университете и боулинге «Арман». Всего их должно было быть 21. Стоимость одного таблоида примерно 500 тысяч тенге. В настоящее время данные информационные табло были сняты для настройки и введения дополнительных функций. То есть сейчас вводится новая операционная система, улучшается новая версия. В настоящее время мы совместно с ТО «Караганда-Жарык» ищем точки подключения, и они изготавливают нам технические условия для дальнейшего функционирования. То есть уже скоро, буквально со следующей недели, начнутся работы по восстановлению данных информационных табло. Для удобства карагандинцев, возможно, будет прилагаться инструкция по эксплуатации. В ближайшее время начнутся восстановительные работы умных остановок. Асер Сазамбаева, Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоспис нуждается в помощи. Сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы смертельно больные люди хоть на какое-то время забыли о своем страшном диагнозе. Как живут пациенты и почему они туда попали, узнавала Лариса Хусаинова. Медицинское учреждение состоит из двух отделений – сестринский уход и хоспис. В отделении сестринского ухода временно проживают пожилые, одинокие, инвалиды и люди, которые нуждаются в постоянном уходе. В отделении хосписа почти всегда тишина. Только медсестры и санитары ходят из палаты в палату. Многие говорят, что сюда приходят умирать, но врачи считают, что сюда приходят жить до последнего. Более 40 больных на менее 10 человек персонала. Помощи крайне не хватает. Изначально больница сестринского ухода она была создана в 1992 году обществом Красного полумесяца. Хоспис как отделение было присоединено к нам в 2006 году на 20 коек. Александр Ким – инвалид с детства. 3 года назад у него умерла мама, и он остался на попечении братьев.
Решение уехать в больницу сестринского ухода принял он сам. Братья не хотели отпускать, но Александр настоял на своем. Понимая, что у них свои семьи, работа, он не хочет им мешать. Александр не чувствует себя брошенным. Его часто навещают родственники, иногда приходят волонтеры. Кстати, они подарили Александру на Новый год планшет. Теперь ему здесь не скучно. В основном играет в шахматы и, несмотря на свое положение и возраст, 63 года, любит скорость и играет в гонки. Есть условия для таких больных, как я, вот, и других, то есть операции. Очень такое было приятное. Здесь санитарки хорошие, отзывчивые, питание тоже хорошее. Медперсонал и все, ну, вот это вот, Гульмара Сенсимбаевна, Галина Николаевна, вот, ну, не буду всех перечислять, они очень такие отзывчивые, добрые люди. Прямо по коридору отделения хосписа. В палатах почти никто не разговаривает. Некоторые просто не могут, а другие уже не хотят, да и не с кем. Медсестры твердят в один голос, что нужны помощники. Больные нуждаются в первую очередь в общении. Хотела бы обратиться к молодежи. Мы ждем волонтеров. Понятное дело, там материально что-то, чего-то не хватает, но есть молодые люди. Я смотрю сейчас, вот проезжая возле мечети, очень много молодых людей. Приходите к нам, помогайте. Казахстан, когда Салаполат. Мы нуждаемся в этой помощи. У нас большая территория, которую надо как-то благоустроить. У нас столько больных, которых летом можно вывозить на колясках, погулять хотя бы час. В основном приходят молодые люди из церкви. Наталья Носова каждую неделю приезжает из Абая. Врачи уже не раз писали письма в мечети, обращались к имамам, но, к сожалению, никакого ответа до сих пор нет. Мы в качестве волонтеров приезжаем сюда для того, чтобы помочь каждому из людей, потому что они здесь немощные, одиноких много людей. Мы приезжаем как в поддержку. Мы оказываем и психологическую помощь, и просто чисто по-человечески, потому что у каждого человека есть родители. И у нас не за горами наша старость, и поэтому, как говорится в Писании, что посеешь, то и пожнешь. Хосписы современного понятия появились в 60-70-х годах в Англии как организация помощи ветеранам и инвалидам Второй мировой войны. Карагандинский хоспис оказывает поддержку обреченным людям, но ему тоже нужна помощь. Сюда можно прийти в любой день. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Рустам Беков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Назначен новый министр образования и науки Республики Казахстан. 10 февраля указом президента Нурсултана Назарбаева на пост главного учителя страны назначен 49-летний Ерлан Сагадиев. Сагадиев Ерлан Кинжигалиевич родился 29 сентября 1966 года. В 1990 году закончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности экономист-преподаватель политэкономии. Продолжил обучение в университете штата Миннесота. Имеет ученую степень магистра наук. До назначения министром образования работал вице-министром индустрии и новых технологий. Ерлан Сагадиев в реформировании образования считает главным создание одного типа школ, в которых все технические специальности изучаются на английском языке, история и культура Казахстана на казахском, история стран СНГ на русском. Статистика правонарушений теперь доступна в онлайн-режиме. Вскоре все желающие смогут получить информацию о своем обращении в полицию через интернет. Граждане смогут отслеживать карту аварийности, определять наиболее опасные участки дорог, улицы и количество пострадавших и погибших лиц в сравнении с предыдущим периодом. Карта уголовных правонарушений, так называют интернет-портал «Полицейские». Он разрабатывается на базе сайта Генеральной прокуратуры. Сейчас система доводится до автоматизации. Портал заработает по принципу единого информационного окна. К нему подключены свыше 7 тысяч органов. Используя карту, жители смогут просмотреть ответ на свое обращение еще до получения оригинала по почте. Суть данной карты – это отображаются все совершенные уголовные правонарушения на данной карте. Данный интернет-портал будет представлен к окончательному использованию к концу 2016 года. Интернет-портал включает в себя карту обращений, аварийности и другие разделы. Используя портал, можно узнать самые криминогенные участки, количество ДТП, пострадавших и погибших лиц в сравнении с предыдущим периодом.
Глава региона поручил акимам городов и районов оказать содействие в разработке портала. Он будет разделен на две части – открытую для граждан и закрытую для сотрудников правоохранительных органов. Запуск интернет-портала планируется на конец текущего года. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В 2016 году в Караганде появится около 1000 новых рабочих мест. Будет введено 16 предприятий. Также от ТЭЦ-3 до Юго-Востока проведут новую теплосеть. Появятся две электроподстанции с названиями «Жилу» и «Пруды». Об этом и о проделанной работе за 2015 год отчитался аким города Нурлан Албакиров. На встречу с градоначальником пришли неравнодушные граждане. Выслушав отчет акима, они задавали вопросы наболевшим. Жители улицы Бобруйская жаловались на холод в квартирах. Мы, жители улицы Бобруйская, которые находятся в районе Москвичевской станции, просим вас оказать содействие решению наших проблем. Первый вопрос – подключение наших домов к централизованному теплоснабжению. Аким обещал разобраться в проблеме. При проведении новой теплосети эти вопросы будут учтены, заверил Аубакиров. Разрабатывается проект сметной документации на строительство тепловой сети от ТЭЦ-3 до Юго-Востока. Реализация проекта позволит обеспечить теплом новые жилые массивы. В целях реализации схемы внешнего электроснабжения и создания кольца вокруг города намечено строительство двух подстанций «Жилу» и «Пруды». В текущем году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Белинская в Майкудуке. Спортсмены начнут подготовку к 31-м летним Олимпийским играм, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. В настоящее время разрабатывается система электронного обелечивания ОНАЙ. Красиво говорите, господин Албакиров. Аким давал вам поручение, когда будете обсуждать, меня приглашать. Потому что я диссертацию могу защищать по этому мусору. Посмотрите, в Экелене все решили. Никого не пригласили. Пенсионерка-активистка Таисия Петровна Шутова засыпала вопросами по уборке мусора, строительстве новых архитектурных объектов и запланированных делах на текущий год. Женщина выразила желание участвовать во всех обсуждениях, касаемых Караганды. Нурлан Албакиров подчеркнул важность ее пожеланий. Всех нас с вами будут востребованы взаимопонимание и поддержка, настойчивость, оптимизм и смелость, креативность и упорство и, конечно же, большой труд. Да, нам предстоит пройти сложный путь, и мы должны быть готовы ко всему. Но я уверен, вместе мы добьемся всех поставленных целей, а в целом процветания Караганды и нашей родины Казахстана. Вскоре будет завершена модернизация рынков Алтынарба и Михайловский. В городе работают 24 отделения социальной помощи на дому. В них обслуживаются около 2000 граждан. Также в текущем году будет продолжена работа по благоустройству дворов. Аймамрина, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В здании партии «Нур Отан» прошла внеочередная 23-я конференция, где были обсуждены главные направления предвыборной программы 2021. Встреча прошла под председательством акима области Нурмухамбета Абдибекова. На конференции утвердили список кандидатов в депутаты областного маслихата. Более подробно в следующем сюжете. Новая предвыборная программа, основанная на приоритетах плана нации «100 шагов по реализации 5 институциональных реформ», отражает направление развития всех отраслей жизни. В поддержку данной партийной программы на конференции собрались 172 делегата. Это председатели первичных партийных организаций области, ветераны, активисты и предприниматели. Только в Карагандинской области реализовано 68 проектов карты индустриализации, в том числе 10 проектов в 2015 году. Этими предприятиями за 2015 год выпущено продукции на 82 миллиарда тенге. Это на 12% больше, чем в предыдущем 2014 году. То есть страна максимально использовала стабильные годы для своего развития.
Сейчас наступила новая реальность. Партия видит существующие угрозы и считает нужным прямо сказать об этом всем гражданам, призвать партию и общество к мобилизации всех сил. Для преодоления внешних негативных факторов и обеспечения стабильности социального и экономического развития республики разработан четкий план действий. В основе этого плана задачи по реализации 5 институциональных реформ новой экономической политики Нурлыжол и строительству открытой Евразии. В ходе обсуждения участники конференции отмечали, что предлагаемый курс развития страны соответствует вызовам времени. Любые кризисы – это временные явления. Они могут послужить стимулом для совершенствования, отметил Сергей Вадько, кандидат в депутаты областного маслихата. В новой программе мы можем найти ответы того, как будет развиваться практически любая отрасль нашей жизни. Наше предприятие, как и многие другие, также испытывает определенные трудности из-за экономического кризиса. Но тем не менее мы не опускаем руки, а боремся и ищем новые рынки сбыта, новые точки роста. Мы понимаем, что любые кризисы – это временное явление. С января месяца по Карагандинской области прошло 298 предвыборных собраний, 92 председателя первичных партийных организаций, 56 членов бюро политсовета и одна сотрудница корпорации «Казахмыс» были выдвинуты в ряды претендентов. На конференции обсудили и утвердили список кандидатов. Выдвинуть кандидатами в депутаты Карагандинского областного маслихата Нигматуллина Аргына Зайрулаевича, Аспанову Кадишу Базарбаевну, Осина Шамиль Абзалединовича, Кубеева Еркин Книятовича, Макзумова Арстана Газизовича, Ратаеву Гульнару Касымжановну, Дюйсимбаева Ербола Сагадаловича, Мухамеджанова Джакана Жолумбетовича. Партийцы единогласно проголосовали за кандидатов в депутаты. В ближайшие 5 лет деятельность партии «Нур-Отан» будет заключаться в 3 ключевых понятиях – единство, стабильность и созидание. Гульзат Сахова, Толигин Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Общественное объединение «Темиртауский молодежный клуб» принимает активное участие в реализации молодежных программ, возрождении детских дворовых клубов, поддержке и развитии массового спорта, реализации проектов, направленных на реабилитацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями, выпускников детских домов и интернатов. Председатель молодежного клуба Алексей Ломакин является депутатом Темиртауского городского маслихата. Он рассказал о том, как важна работа депутатов для населения и гражданские инициативы людей для народных избранников. Сегодня, грубо говоря, должна сформироваться новая команда действий, которая пойдет дальше, поведет наш большой, сильный, мощный корабль Казахстан в дальнее плавание, к новым победам. И сегодня это очень важно для страны. Поэтому я считаю, что проводить сегодня выборы как мажилис парламента, как городских, как областных депутатов сегодня очень важно. Сегодня мы видим, какая экономика, непростое сегодня время, во всем мире непростое время. И сегодня проведение выборов всех 3 видов депутатов, это очень важно для экономики, для экономии средств нашего бюджета. Житель Темиртау помог задержать преступника. Руководство ДВД Карагандинской области поощрило бдительного темиртауца за оказанную помощь. Неравнодушный мужчина, заподозрив неладное в соседней квартире, незамедлительно вызвал полицию. Оказал содействие в задержании преступника по горячим следам. Стражи порядка взяли с поличным 17-летнего жителя города Темиртау. Преступник, разбив оконное стекло, проник в квартиру 88-летнего пенсионера и, применив насилие, похитил деньги в сумме 70 тысяч тенге. Грабителю не дали скрыться. На сегодняшний день подозреваемым во дворе на изолятор временного содержания проводится досудебное расследование по статье 192, то есть разбой нападения. Проводится расследование. Как правильно строить бизнес в период неустойчивости мировой экономики? Что делать начинающим предпринимателям? Своим опытом ведения бизнеса поделились ведущие предприниматели Караганды на встрече со студентами Карагандинского коммерческого колледжа.
Диалоговая площадка между студентами и интересными людьми в сфере бизнеса прошла в непринужденной обстановке. Учащиеся активно задавали вопросы, получали на них интересные ответы и дельные советы. Студент третьего курса Чен Жумаш заканчивает обучение по специальности менеджмент. Он уверяет, что подобные встречи идут только на пользу и учат выходить из трудных ситуаций в жизни. Для себя усвоил, что рассказывал Жумарт Толешевич, чтобы он рассказывал нам, чтобы мы ценили свои деньги, чтобы мы свое предприятие устраивали хорошо, чтобы стремились к нему. Я для себя усвоил, чтобы я стремился в этой сфере моей специальности, чтобы я был устремленным, обеспеченным человеком. Присутствующие с удовольствием слушали советы, стараясь не упускать ни одного слова профессионалов, рассуждали об экономике Казахстана и о других развитых странах. Большинство студентов были заинтересованы, как построить бизнес. А что ты сделал для Казахстана? Что ты сделал там в России? А что ты сделал для России и так далее? Ты напряги мозги и сделай так же, чтобы и Казахстан тоже был как Франция. Что для этого надо? Нам всего 25 лет, ребята. Что вы хотите? 300 лет через кровь, через войны, революции были в Европе, чтобы к этому пришли. Сознание пришло, мозги были умными, понимаете? Сколько жертв было, чтобы люди пришли к этому. А вы хотите, чтобы за 25 лет, да, к этому мы придем. Участники встречи были едины во мнении. Надо трудиться на благо родного Казахстана. Асир Сазанбаев, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И последнее. 85 лет со дня рождения выдающегося поэта Мукагалима Катаева отметили в библиотеке имени Жаика Бектурова. Современные любители классической поэзии собрались в актовом зале. Преподаватели вузов рассказывали студентам о творчестве и жизни прославленного писателя. 9 февраля исполнилось бы 85 лет известному поэту, писателю, переводчику Мукагалиму Катаеву. В честь этой даты провели яркое мероприятие с театральными постановками, стихами и песнями. Преподаватели вузов рассказали много интересного о жизни и творчестве писателя. Я часто прихожу в библиотеку имени Жаика Бектурова. Люблю читать стихи Абая Кунанбаева, Макжана Жумабаева и Мукагалима Катаева. Поэзия дает мне стимул. Все знания начинаются именно с поэзии. Такие встречи пробуждают у подрастающего поколения чувство патриотизма. Вечера поэзии прививают любовь к книгам и тягу к творчеству. По словам сотрудников библиотеки, молодежь часто спрашивает классическую литературу. Видно по сегодняшнему мероприятию, сколько у нас и чтецов, исполнителей. В общем-то, у нас и много конкурсов проходит, где ребята принимают участие. На встрече выступили артисты концертного объединения имени Калибайжанова. В течение года в библиотеке имени Жаика Бектурова планируется провести множество мероприятий. 150-летие Алихана Букиханова, 25-летие независимости Республики Казахстан. Эти и многие другие даты станут поводом для встречи поколений. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До новых встреч!